Накануне вечером около 22:00 в районе села Бабукаул Лазаревского района перевернулся автомобиль ГАЗ-66, перевозивший 35 человек, большая часть из которых дети. В результате аварии погиб мужчина, сочинец, на вид около 50 лет. Также пострадали 15 пассажиров грузовика, состояние 4 из них тяжелое. Добраться к пострадавшим было непросто. ЧП произошло в горах. Эвакуацией детей и взрослых занимались сотрудники Южно-поисково-спасательного отряда МЧС. На место выехала большая команда наших специализированных служб. На месте происшествия работало 14 бригад скорой помощи. На месте происшествия работало 8 автомобилей с сотрудниками ГИБДД. На месте работало большое количество специализированной техники, поскольку это горный массив и горная дорога, специализированной техники отрядов МЧС города. И помимо этого, там были специалисты обязательно медицины катастроф и очень большая команда, которая проводила спасательную операцию. Всем людям, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, прямо на месте оказывалась помощь. Всех пострадавших в кратчайшие сроки доставили в городские больницы. Их лечение согласовывается со специалистами краевых лечебно-профилактических учреждений. Большинство детей уже сегодня отправились домой. Выяснять причины ДТП продолжит полиция. По предварительным данным МВД, у автомобиля ГАЗ-66 на спуске отказали тормоза. Водитель попытался остановить машину, заехав на искусственную насыпь, но не справился с управлением и грузовик опрокинулся на крышу. Более подробную информацию можно будет узнать чуть позже. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.